Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я хотел бы вам предоставить видео, посвященное монетам царской России. И, в общем-то, первый ролик в данной серии посвящен будет полушке, пол, номиналу полушки. Это, по сути, 1 четвертая копейки. Что хотелось бы сказать. По сути, номинал такой выпускался еще с 15 века. Вот выпускались, выпускались монеты в серебре. Они постепенно сначала были э, равнялись одной второй э, московской либо допустим, одной четвертой новгородской. Э, деньги э, далее, в общем-то, перешли, Полушка стала равняться, начиная с 1534 года, полушка начала равняться одной четвертой копейки. Э, но монеты выпускались в серебре, начиная с 1700 года и до фактически конца правления Российской империи данный номинал выпускался в меди. И первый, в общем-то, скажем, первой монетой по данному обзору это полушка с тысяч данный тип монеты. В общем-то, вот сейчас секунду я ее положу более крупно. Перед вами полушка 1706 года. Обратите внимание, здесь год указан буквами. Данный тип монеты выпускался с 1700 года по 1718 год, практически ежегодно, за исключением нескольких годов. В 2015 году данный номинал не выпускался. Что хотелось бы еще сказать, что по этим годам. Есть редкие типы. Это 1700 год, 1701, 705, с 1708 по 1712 год, весь период годов. И 16 год являются наиболее редкими, то есть, которые встречаются достаточно нечасто. По степени редкости я буду еще называть монеты по годам. Это, в общем-то, идет информация относительно каталога Биткина. Что хотелось бы еще добавить по данному типу этого номинала. С 1700 и 701 год монета выпускалась весом 3,2 грамма. 701 по 704 2,65 грамма. 704 по 712 2,13 грамма. И с 1712 по 1718 год 2,5 грамма. Как вы видите, в общем-то вес монеты постепенно уменьшался. Я сейчас переведу на аверс. Секунду. В общем-то аверс имеет следующий, следующий вид. В центре указа, вы видите изображение герба Российской империи. Это голубой орел с державой и скипетром. И круговая надпись, которая, в общем-то, указывает царь Петр Алексеевич. Что тут еще можно сказать? Ну, секундочку, я сразу же сделаю вам реверс с описанием. По реверсу вы видите, в общем-то, также тоже надпись номинала полушка, год буквами, как я уже сказал, это перед вами 1706 год, и круговая надпись «Сия России самодержец». Данный тип монеты, в общем-то, имеет большое количество разнообразий, раз, различий, по, даже там бывает в нескольких годах есть различия, разновидности там, по написанию, написанию, года написанию в, на самой надписи особенно есть большое различие в слове самодержец ну и так далее следующим да кстати что хочу сказать что данный тип монеты назывался большеформатным я специально перед вами показал предыдущий тип монеты номиналом Полушка и следующий. Начиная с 1719 года вышли новые монеты, которые, в общем-то, были значительно меньше весом. С 1818 по 1722 год монета весила уже 1 грамм. 1,5 грамма. По сути, это в два раза меньше, чем предыдущий тип. Вот э, большеформатная монета и э, так называемые полушки ВРП. Э, их наз называют по вот верху, э, по реверсу, эти буквы как раз и есть, ВРП. Э, далее номинал и год. Э, я сейчас еще даже покажу, тут есть небольшие отличия. Секунду. Обратите внимание, в общем-то, слева полушка 1719 года, год буквами, и полушка 1721 года, здесь уже год цифрами. Да, кстати, я не указал, почему называется ВРП, полушки ВРП. Это Великой России повелитель, сокращение, в общем-то, для Петра Первого. Значит, слева видите полушку 1719 года. По диаметру они немного отличаются, но смысл, в общем-то, примерно одинаковый. Вес у них был в одной медной стопе. Я сейчас вам покажу аверс. По аверсу ничего нового нету. В общем-то, герб Российской империи, двуглавый орел с державой и скипетром. Монеты выпускались набережным монетным двором, а также красным набережно-монетным двором. В общем-то, что еще хотелось бы вам сказать, что. А, значит, вот, кстати, по 2019 году, вот здесь, вот эта полушка, в общем-то набережным монетным двором. Это дворы, как Красный монетный двор, набережный монетный двор и на реке Яуза. Это монетные дворы, которые были в, общем -то, в Москве. Вот. Также потом начинается Чеканка и в Екатеринбургском монетном дворе. Так, следующий, следующий тип полушки пошел уже с периода 1730 года В период до 1722 до 1730 -го года монеты номиналом Полушка не выпускались и уже когда взошла на престол Анна Иоанновна с 1730 -го года она при своей первой реформе фактически выпустила новый тип монеты, вот такие вот монеты. Перед вами 31 год и 36 год. Она выпускала ежегодно фактически до 40 года. Вес монеты составлял 1,4, прошу прощения, 4,1 десятая грамма. Монеты выпускались Красным монетным двором, Екатеринбургским монетным двором. Что хотелось бы обратить внимание, вот на что. Обратите внимание, левая 1731 года и правая Отличается диаметром. Потому что 30-31 год и 30 34 год, в 32 и 33 году монеты данного номинала не выпускались. Фактически это был перечекан, то есть 30 -й, 31 и частично 34 год, они имеют чуть больше диаметра за счет того, что изначально для выпуска этих новых монет в 30-м году использовались копейки периода 1728-29 годов, так называемая Москва и иногда вот в общем то если так вот обратите внимание вот э, здесь вот есть э, две, горизонт... две параллельные линии это остатки от э, крестовой копейки э, зачастую в общем то часто ну, зачастую встречаются остатки э, предыдущего штемпеля вот бывают надписи вот если здесь еще обратите внимание вот э, то же самое есть небольшие так скажем такие остатки от предыдущего штемпеля и в общем то монеты были большими тиражами выпущены их большое количество редкости особой скажем так есть разновидности по редкости ну их достаточно очень много поэтому одна это одна из самых распространенных монет я сейчас вам покажу аверс монет секунду вы помните по полушкам ВРП в общем-то на аверсе монет в центре изображения герба Российской империи двуглавый орел э, с державой и с э, Здесь ничего, скажем, необычного нету. Э, и, в общем-то, скажем, они имеют один тип э, данный тип монет, в общем-то, был выпускался до э, периода 1754 года. Э, уже еще, скажем так. 1741 году был выпуск один царевичем Иоанном Антоновичем. Это был младенец, который, в общем-то, скажем, как, как таково сам не правил, но его голосили императором. При этом при нем, в общем-то, был еще один выпуск в 1741 году. А вот тиражом 600 тысяч. И, в общем-то, данный год считается не часто встречающимся. Елизавета Петровна, начиная, продолжила тираж этого номинала, который начался с 1743 года и был до 1751, и потом два года перерыва, в 52-53 не упускалось, и в 54-й последний раз была выпущена монета этого номинала в таком, такого типа. Справа, вот обратите внимание, 1750 год. По сути, все монеты Елизаветы Петровны данного типа, в общем-то, считаются нечасто встречающимися. И стоимость их значительно выше, в разы выше, чем монеты Анны Иоанновны. Аверс монеты ничем не отличался от предыдущих. В общем-то, это э, видоизмененный тип орла э, с большим количеством перьев. Э, при этом это, в общем-то, герб Российской Империи. Двуглавый орел со скиптером э, и державой. Э, что хотелось бы еще э, продолжить по данному типу? Э, из-за того, что, в общем-то, там были выпущены меньшие тиражи, вот как я еще раз повторю, что монеты Елизаветы Петровны до 1754 года номиналом полушка считается достаточно, скажем, нечасто встречающимся. Из-за того, что Елизавета Петровна правила достаточно долго, монеты были в ходу и у них значительный износ. И, скажем так, большая, большое большая редкость встретить в хорошем качестве. Начиная с 1757-58-59 год, в 1957 году Елизавета Петровна провела еще одну денежную реформу и фактически выпустила новый тип монеты. Вот по аверсу это по реверсу, прошу прощения, по реверсу Перед вами реверс. Здесь еще нижней бандероли написано. Сейчас, если получится. Оп. К сожалению, не получается более взять крупно. Нижний бандероли написан номинал Полушка. Вот, и в центре Георгий Победоносец побеждает змеи. И под э, самом под конем указаны э, указан монетный двор ЕМ Екатеринбургский монетный двор. Э, по по реверсу э, здесь прошу прощения по аверсу еще раз э, здесь идет уже Вензель Елиз, Елизаветы Петровны э, и указан год 1757-58-59 год. Данный период монет имеет достаточную степень редкости и встречается очень редко. Перед вами монета Екатерины II. Да, кстати, что хочу сказать, что следующим императором был Петр III, и при нем данный тип номинала не выпускался. В принципе, Следующей, следующей, чеканкой продолжила Екатерина II, продолжила чеканить этот номинал полушка вот, с 1766 года. Фактически по весу, как я уже говорил, вес не менялся весь период, начиная от Елизаветы Петровны, вес составлял 2,56 грамма. А вот данного типа и в общем то э был э скажем так достаточно распространенным но э хочу сказать следующее что екатеринбургским монетным двором э данная монета выпускалась до 1700, э с 1766 по 1776 э здесь 71 обратите внимание а вот э затем э возобновилась чеканка э с 83 по так прошу прощения с 86 по 96 год э, да кстати с 83 по 86 год э, была, монеты были отчеканены сузинским монетным двором они имеют э, маркировку по монетному двору км то есть колыванская медь а вот э, я сейчас покажу вам к сожалению, у меня данного, такой данной разновидности нет. У меня Екатеринбургский монетный двор, а Сузинский монетный двор отмечен буквами КМ. Вот как раз под конем будут эти буквы указаны. С 1983 по 1986 год... Сузинский монетный двор выпускал монеты этим, этого номинала. Монеты имеют достаточно степень редкости, не часто встречающиеся. В 1989 году единожды, год выпускал еще Санкт-Петербургский монетный двор. И в 1993 1996 год выпускал этот номинал Анинский монетный двор общим количеством тиража составило 200 тысяч экземпляров. Чеканка Чеканка данного типа монеты, в общем-то, продолжилась до, 1000, Ой, прошу прощения, до 1796 года. В 1996 году Екатерина II еще раз провела реформу по увеличению, то есть фактически при той же монетной стопе она увеличила номинал. И фактически, скажем так, эти монеты не попали в обиход, а были переплавлены следующим, в общем-то, ее сыном Павлом, следующим императором Павлом I. Павел I выпускал монеты с 1797 года по 1801 год. Перед вами монета номина, этого номинала 1797 года АМ. Это Анинский монетный двор. По сути, сам этот, чекан, прошу прощения, этот номинал чеканился на трех монетных дворах. Анинский, Екатеринбургский и Сузинский монетный двор. Естественно, соответственно, под датой указан либо АМ, Анинский монетный двор, КМ, Сузинский монетный двор, Колыванская медь, и ЕМ, Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбургская монета. По описанию, что хотелось бы сказать, ну, по реверсу вы видите номинал единица указан потом э, словами полушка под чертой указан год э, сразу же хочу сказать что в данный э, период э, монеты особенно вот полушки имеют достаточно высокую степень редкости то есть не часто встречаются и э, монету найти в хорошем качестве доста достаточно тяжело по аверсу в центре вы видите монограмму Павла Первого и увенчанная короной и римская как раз вот стоит цифра единица. Монет, вес монеты не изменился, так и остался 2,56 грамма по что хотелось еще добавить по периоду я уже сказал, данный тип монеты выпускался до 1801 года. И продолжение серии Полушки и Полушки Российской Империи я продолжу в следующем ролике. Большое спасибо за просмотр. Все, кто подпишется на канал, увидит вторую часть ролика по номиналу Полушка Первыми. И, конечно, буду благодарен за подписку на канал. Всего доброго, до свидания.